Наступила осень, школьная и рабочая пора. Самое время испробовать новый рецепт омлета, который станет хорошим, сытным и полезным началом дня. Приготовим омлет с зерненым творогом. Для него нам понадобится 2 яйца, 30 граммов зерненого творога «Савушкин» жирностью 5%, 100 миллилитров молока «Савушкин», 1 перец чили, 1 столовая ложка крахмала, щепотка карри и щепотка сладкой молотой паприки, 4 веточки свежей кинзы, 1 столовая ложка растительного масла, соль. В отдельную емкость вбиваем 2 яйца. Добавляем соль и пряности, карри и сладкую молотую паприку. Взбиваем с помощью венчика. Вымытую и высушенную свежую кинзу мелко нарезаем. Добавляем в яичную массу, продолжаем взбивать. Добавляем 100 мл молока «Савушкин» жирностью 3,1%. Теперь пришло время перчика чили. Нарезаем его очень мелко, но не переборщите с количеством, если не хотите, чтобы омлет был очень острым. Высыпаем чили в яичную массу и туда же всыпаем ложку крахмала. А теперь наш главный элемент, не совсем привычный для омлета. Это зерненый творог «Савушкин» жирностью 5% с его изысканным сливочным вкусом. Он сделает блюдо более полезным и сытным. Добавляем творог, перемешиваем. Хорошо разогреваем сковороду с толстым дном, наливаем немного растительного масла, выливаем яичную массу. Готовим омлет на медленном огне 4-5 минут, а после томим под крышкой 1 минуту до готовности. Омлет готов! Постукивая по ручке сковороды, сбрасываем омлет на тарелку, сворачиваем его пополам. Подаем сразу к столу на завтрак. Добавление творога к омлету слегка меняет вкус и структуру блюда, делает его сливочным и неповторимо вкусным. Такое блюдо станет прекрасным завтраком для всей вашей семьи и даже для гостей в выходной день.